Сегодня у нас в гостях очень старенький Specialized Rock Chopper или Rock Hopper SL Comp. Такой древний-древний-древний велик на SLX. Каретка Octalink. Представляете, какие делали хорошие велики 15-20 лет назад. Вилочки спеш на шариках, передние хана. Все перебирали, шарики смазывали, подшипнички мыли. В общем, все замечательно продолжает работать, хотя немножечко похрустывает. Вилка вот такой вот RockShox, очень древняя. Даже не знаю, что за модель, но тоже все хорошо работает. Тормоза Juicy, SRAM. Уже видите, бачки протекают, заклеены тут скотчем. Или каким-то лаком покрытые. И продолжают работать. Сейчас мы помыли сами машинки, чтобы ничего не закисало. Перебрали переднюю втулку, настроили передачи нормально. И задняя втулочка мне полезна, она немножко похрустывает. Модель Stout. Клиент сказал нормально, еще там годик-два покатается, потом либо новую втулку поставит, либо переберем эту. Еще тут у нас замечательное седло. Тоже старая такая модель. Обмотки вместо грипс из интересного. И очень легкий велосипед. То есть, я не знаю, килограмм, наверное, 12 весит целиком. Вместе вот с замочком. Такой прикольный, едет накатисто. И хорошая моделька была. Жаль, что теперь вот такую вот не выпускают, к сожалению.